микрорайоне Белой дачи перерезали красную ленточку на новом игровом комплексе. Подробности буквально через секунду. Новую площадку около дома номер 13 микрорайона «Белая дача» по праву можно назвать результатом эффективного сотрудничества администрации города и представителей бизнеса. Игровой комплекс стал подарком для жителей Котельников от одного из крупных торговых центров. А вот его монтажом и обустройством территории занималась подрядная организация за счет бюджетных средств. Сама предыдущая площадка, которая стояла здесь, она устарела и была уже непригодна к эксплуатации. Поэтому очень довольна, что Мега нам подарила такую прекрасную 12x12 площадку, и мы сюда добавили только основание. Детский городок в общей сложности включает около десятка различных элементов. Это и несколько горок, и канатная дорога, и различные лестницы. Такое количество аттракционов будет интересно детям самых разных возрастов. К открытию площадки приурочили и небольшой семейный праздник с клоунами. Все, держи зубами, там руками, всем хватай. Саша, приготовь! Молодец! Отлично. Все! Поздравляю! Вся конструкция комплекса выполнена из дерева и безопасного пластика. А основание из мелкой крошки поможет избежать даже самых незначительных травм. Немаловажно и то, что площадка имеет гарантийный паспорт. И при возникновении внештатных ситуаций их быстро можно будет устранить за счет специализированной компании. Мне очень нравится. Особенно, мне кажется, нравится нашим детишкам. Потому что в выходной здесь столько много детишек. Вот, и площадка очень хорошая. Вот теплые деньки, время в 9 часов темнота, а они вот все бегают по этим лабиринтам. Значит, им очень нравится. В администрации города планируют, что в следующем году благоустройство двора будет продолжено. Здесь еще собираются установить новую спортивную площадку взамен той, которая была демонтирована по просьбе жителей.